Приветствую, друзья, всем здравия, коротенькое видео. 2 августа 2023 года. Вот, начало моего проекта, который уже начался писаться. Это как такой небольшой анонсик, как всегда. Через полчаса у меня вылет самолет, ждем пока вот очередь. Вот, пока все нормально. Вот, и в начале своего выступления хочу поздравить... Сегодня праздник, короче говоря, 2 августа, всем известно, день ВДВ. Всех ветеранов, десантуру, все поздравляю с праздником, с пожеланием всяческих благ вашим семьям, вашим домам и родам. Сегодня же наша христианская церковь празднует день пророка Ильи. Христиан тоже поздравляю. Также желаю всяческих благ. Вот, значит, вылетаю. Проект начался писаться. Сейчас на Сочи. В Сочи буду только в 10 часов вечера. Там последней электричкой на Туапсе. Вот. Ну и вот дальше уже будет все это потихонечку. Я постараюсь выкладывать короткими роликами. Где, чего, как. Ну, основной проект, как всегда, я надеюсь, будет закончен 22 августа здесь же. В аэропорту Домодедово, здесь в Москве. Вот, так что вам, друзья, всех благ, спасибо вам, все подписчики, отдельно Павлу, его супруге замечательной. Вот, вот, ну, у меня время поджимает, надо еще сходить кое-какие дела здесь поделать. Так что вот такое видео о начале проекта. До свидания, до будущих видео.